Привет, Икси. Какую красивую картину ты нарисовал. Может, расскажешь нам, как ты это сделал? Отлично. Что нам для этого понадобится? Карандаш и кисточка? Понятно. Сначала делаем эскиз карандашом. Поехали. Теперь добавляем цвета и оттенки осени. Получилось. Обводим получившийся рисунок темной кистью. Готово. Спасибо тебе, Икси. Отличный у нас получился осенний пейзаж. Разрешить задачу Иксики.